Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на подборку ноутбуков до 100 тысяч рублей. От вас это один из самых популярных запросов. Мол, расскажи, какой ноут купить до сотки. Окей, без проблем. Рассказ. Ну и, конечно, стандартный дисклеймер. Актуальную цену смотрим по ссылкам в описании. Именно такой формат, а не в самом видео, необходим, потому что цены меняются буквально каждый день. Сегодня ноутбук стоит одну цену, завтра он может стоить на 10-20 тысяч, дороже, дешевле. Все вот скачет туда-сюда. Поэтому самый простой способ, даже полгода спустя, узнать актуальную цену на тот ноут, который вам понравился из этого видео, конечно же, перейти по ссылке в описании. Если что, я с этого ничего не имею, просто переходите и смотрите. Плюс конфигурация железа подробная там тоже будет. Ну и, конечно, это видео ни в коем случае не обзор или что-то в этом духе. Это только моя рекомендация. Мой личный список, субъективный, из того, что я тестировал, тем, чем я пользуюсь и так далее. И чем пользуется наша команда, мои друзья, и что я могу действительно рекомендовать, исходя из своего опыта. Потому не надо бомбить, что, мол, ничего не рассказал, просто список зачитал по бумажке. Да, такое видео. 10 лет уже подобные видосы делаем, и они безумно нравятся огромному количеству людей. И собирают сотни тысяч просмотров и помогают, я уверен, многим приобрести что-то интересное. Посмотрели? Ну а дальше уже смотрите обзоры у меня на канале, на других каналах, на конкретный ноут, который вам запал в душу. Ну и пишите в комментариях ваши модели, которые вы считаете самыми актуальными до 100 тысяч рублей в 2023 году. Это тоже будет весьма полезно. Ну а мы с вами создадим некий такой своеобразный еще и ваш зрительский топ. Люди зайдут, меня послушают и вас в комментариях почитают, поэтому не ленитесь. Ваш новый ноутбук может стать именно тем мотиватором, первой ступенькой к тому, чтобы изменить ваши карьерные предпочтения, начать зарабатывать больше, изменить профессию, да в целом поменять свою жизнь. Но тут же сразу встает вопрос, а где учиться? Да и выбор на самом деле школ, курсов сейчас огромный. Таким образом, вы выбираете именно тот, который подходит наилучшим образом вам, но с другой стороны, может быть, есть более крутая альтернатива. Вот как раз с правильным выбором вам смогут помочь наши большие друзья из TutorTop. TutorTop — это крупнейший маркетплейс курсов Рунета, который включает в себя более 5000 курсов от более чем 300 школ. Причем на эти школы есть реальные отзывы учеников, которые там учились. Но чему же можно научиться? Есть все самые популярные направления. Программирование, аналитика, дизайн, маркетинг, управление, контент. Любая профессия от самых известных школ. SkyPro, ProductStar, SkillFactory, Content, Netology, Edison и десятки других. Ищите, сравнивайте и выбирайте курсы через TutorTop. Ведь учиться с ними проще и выгоднее. Причем я не зря здесь упомянул, что выгоднее. Давайте об этом подробнее. Выгода заключается в том, что вы можете отлично сэкономить, так как специалисты из TutorTop специально для вас договорились с многими онлайн-школами о лучших условиях. На платформе вы можете получить дополнительную скидку до 10 тысяч рублей на любое обучение. Что важно, данная скидка суммируется со всеми скидочными предложениями самих школ. А если сомневаетесь в выборе школы, специалисты сервиса вас бесплатно проконсультируют и помогут подобрать именно тот курс, что подойдет лучше всего в любой школе. Все, что вам нужно сделать, это просто перейти по ссылке в описании и начать изучать список школ, обратиться к специалистам TutorTop, и они вам обязательно помогут. Ну и конечно, сама ссылка будет первой строкой в описании, как я сказал, а также, если смотрите это видео на YouTube, то я продублирую все в прикрепленном комментарии. Первым ноутбуком будет Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 6. Этот ноутбук достаточно хорошо мне известен, так как он как минимум у трех моих друзей имеется в наличии в разных конфигурациях. Здесь мы получаем действительно отличный корпус, крутой дисплей в рамках своей цены, он действительно один из лучших, и параллельно с этим очень взвешенное железо. Здесь в этой подборке будут как игровые ноуты, так и околоигровые, так и, собственно, офисные. Тут же выбирайте сами, решайте сами. Но конкретно эта моделька, конечно, позволит вам получить максимум по производительности. Здесь все будет у нас играть как с точки зрения игр, немножко тавтологии, но по факту это так и есть. И, конечно же, вы сможете использовать профессиональный софт вроде Photoshop, Adobe Premiere, вот этих всех моментов. С Lightroom он тоже будет справляться на ура. Благо, именно поддержка видеокарт от NVIDIA в адобовских приложениях и во многих других, DaVinci Resolve, например, есть в полной мере. Достаточно просто скачать студию драйвера. Поэтому, если искали для себя производительный, но относительно недорогой вариант, обязательно обратите именно на эту модель очень пристальное внимание. MSI Katana GF
76, у нас следующий ноут. Чем хороша вообще линейка Катанда от MSI? Это относительно недорогие ноутбуки, действительно напичканные по полной программе, с очень хорошей системой охлаждения, но не массивной. И это на самом деле большой плюс. Таким образом, вы получаете относительно компактный ноутбук с отличным экраном, но без перегибов всякие там 2К, 4К и, конечно же, действительно со сбалансированным железом. В игрушку поиграть без проблем. Получите действительно мощную начинку за свои деньги, тоже, конечно, на месте. Есть разные варианты конфигурации, выбирайте ту, которая понравится именно вам. Я предлагаю такое, знаете, среднее решение, плюс-минус как раз там ближе к 100 тысячам рублей. Ну и, конечно, данный ноут однозначно подойдет всем, кто хочет получить вот сейчас, прямо здесь, действительно такой добротный вариант для абсолютно всех моментов обучения новым профессиям и вот эти все моменты. Обратите самое пристальное внимание. Apple MacBook Air M2 2022. M2 это вот эта челка, крутой дизайн, очень тонкий корпус, но я вам скажу, что ноут, который я рекомендую, это базовая версия. Она больше офисная, но при этом, конечно, с достаточно простым монтажом она справится. Тот же хромакей, который сзади меня, в целом будет без проблем вывозиться и на данном ноутбуке, однако... Наверное, только время рендеринга видео будет побольше, чем у Pro версии 14-дюймового, где процессоры уже там M2 Pro, M1 Pro, ну и более старшие. Однако при всем при этом действительно лучше ноутбука по соотношению цена-качество, по времени автономной работы, по именно корпусу, по ощущениям, по дисплею, конечно, там кость на борту, ну куда. В общем-то, это уже очевидный момент, который тоже будет являться серьезным плюсом. Минусом будет то, что уже не поиграешь. Ну, очевидно, да, это все-таки не та немножко история, это не Windows, но с очень длительным временем автономной работы, что будет являться немаловажным показателем. Такая, знаете, история, которую нельзя не упомянуть, когда ты говоришь про ноут до 100 тысяч рублей. Гигабайт опять К1. И здесь вот тот ноут, который, с одной стороны, я видел, тестировал и даже делал видео, но при всем при этом он для меня до сих пор немножко был такой загадкой. Но я посмотрел, наверное, с десяток обзоров дополнительно, освежил свои воспоминания, потому что был у меня на тесте он достаточно давно. И вы знаете, я понял, что этот ноутбук действительно может порадовать вас хорошей сборкой. В этом плане Гигабайт все отлично. Действительно крутым экраном. Опять-таки, Гигабайт в этом плане вообще никогда не экономит и зачастую ставит экраны даже сильно лучше, чем ты ожидаешь той ценовой ниши ноутбука, в которой ты его покупаешь. И хорошее охлаждение, сбалансированное железо, вот эти моменты. Плюс, наверное, один из таких очень крутых моментов по долговечности использования. Ноут Гигабайт действительно живут по 3-4 года. В общем, хороший ноут, действительно сбалансированный. Посмотрите, чекните железо по ссылке в описании, будете приятно удивлены соотношению цена-качество. Ну и Гигабайт есть Гигабайт. Asus VivoBook Pro 14X OLED. И да-да-да, это вот тот самый ноут, про который я всегда рассказываю, который является моим вторым ноутбуком для каких-то базовых задач, Photoshop, рендеринга видео, простенького, каких-то моментов с записью звука, с обработкой звука и вот этих всех вещей. В общем, у меня это самый настоящий рабочий инструмент, который мне помогает на ежедневной основе. OLED-экран, пушка, гонка, 2К, реально круто. Ну и, конечно, здесь даже 2,5К с учетом разрешения. Я сейчас понял. Даже более серьезный момент. 90 Гц, вот эти все вещи. Да, там RTX 3050. Ну, понятно, это не самая лучшая видеокарта для игр. Но, с другой стороны, мы с вами не игровые ноуты рассматриваем. А вот в качестве рабочей лошадки действительно все хорошо. Минус один. До 5 часов автономной работы на одном заряде. Берите 16X, он будет чуть больше сотки стоить, но там уже со временем автономной работы никаких проблем. По габаритам он, конечно, побольше, но незначительно. Так что от меня в любом случае рекомендации за эти бабки один из лучших ноутов, стабильных, проверил на себе, полтора года, даже больше уже, юзаю и абсолютно кайфую по все моменты. На этом у меня, пожалуй, все. Действительно, вот такая вот достаточно компактная подборка ноутбуков получилась. Наверняка напишите в комментариях, какой ноут я упустил, какой самый лучший до 100К. Давайте, пишите. Я жду. Буду смотреть, все лайкать, все комментировать. Мне действительно интересно ваше мнение. Ну и, конечно, не забудьте поставить большой палец вверх. На канал подписаться, внизу есть соответствующая кнопка. Нажать на колокольчик 2 раза, если смотрите на YouTube, чтобы не пропустить выход новых видео. Также по ссылке в описании ты можешь перейти в наш телеграм-канал. Много крутых бонусов, предложений, скидок, акций. И, конечно же, наше автомобильное шоу стартует, где мы с Артуром рассматриваем автомобили как самые настоящие современные гаджеты. Не упусти, у нас уже много выпусков, плюс дополнительный контент. Все там по ссылке в описании в нашем телеграм-канале.